Приветствую вас на прекрасной съемочной площадке «Голоса Маны» в студии нашего офиса. Рядом со мной сидит лучший друг. Сегодня вторым ведущим будет моя несравненная супруга Памела Стоун, которой каждый из наших детей дал особенное имя и о достоинствах, которые можно говорить очень долго. У нее очень много имен. У меня много имен. Ты права, спасибо за участие. У тебя потрясная прическа сегодня. Наша сотрудница постаралась на славу. Мне нравится. Да. Сединки только украшают тебя. Я знаю. У меня есть седина. Немного. У меня седые волосы, мы посвятили этот выпуск воспоминаниям. О чем ты говоришь, когда вся семья у нас дома? Поделись с нашими зрителями, пожалуйста. О воспоминаниях. Как ты это организуешь, ты всегда раскладывала фото перед нами. Сколько фотоальбомов лежит в нашем доме? Ты можешь вспомнить это? Их много. Их целые груды. Перри, раньше ты фотографировал нас и снимал видео, а я сортировала снимки по альбомам. Ты помнишь это прекрасное время? В до цифровую эпоху ты не знала, что выйдет из этого. Да, это точно. Иногда фото получались пересвеченными или недопроявленными. Мы возмущались. О, мы потеряли пленку. А помнишь поездку в Израиль? Конечно. Когда мы ездили в Израиль, нам всегда давали дельный совет насчет снятого. Порой у некоторых в итоге ничего не оставалось, так как они не следовали советам. Ты помнишь, как 22 года назад мое изображение окаменело? Был такой забавный и потрясающий случай. Помнишь? О, да. Тогда мы делали первую программу. Мы сделали запись и не утратили это видео. Точно. Надеюсь, вам понравится сегодняшний выпуск. Как правило, зима — это любимое время года людей. Это зимнее время любили наши мамы, которые сейчас в раю у Господа. Мама ушла в этом году. Твоя мама и мой папа умерли. Наши дедушки и бабушки также ушли к Господу несколько лет тому назад. Мы скучаем по ним, а в это время года этот сезон погружает некоторых из людей в депрессию. Это происходит, к сожалению. Да. Ведь они скучают по умершим родственникам и по денькам, когда они были вместе. Пэм, я поделился нашими воспоминаниями. Пэм, я разделю это на три части. Воспоминания о юности и, ну, не обязательно о праздниках. Воспоминания о нас, когда мы были молодоженами, а также это лучшие воспоминания о недавних событиях. Итак, мы начнем с Пэм. Мисс Пэм Стоун, мы рады вас видеть здесь. Пожалуйста, поделись со зрителями воспоминаниями из своей юности. Что-нибудь? Ну, ты понимаешь, у меня не так уж много воспоминаний о праздновании Рождества Господа Иисуса Христа. Необходимо отметить то, что когда я была маленькой, у нас всегда были семейные праздники в нашем доме. Мы собирались и звали дядюшек и тетушек. Одно из самых примечательных торжеств – было связано с матчами Алабамы на празднике. Ну, вот такая вот традиция. Мы очень любим смотреть футбол. Ты запомнила и говоришь об этом до сих пор. Ну и что? Шучу. Мы собирались вместе и смотрели матч с Алабамой. Все вместе. Сколько людей собиралось в доме? Примерно 25 человек. Вот так вот много нас было. Было шумно? О, да, в доме было шумно. Очень шумно. Этого не скажешь о а взрослых. Они не проказничали. Да, точно. Думаю, вы поняли нас. Футбольные фанаты понимают нас. Ты вспомнила это, потому что семьи собирались вместе? Да, все семьи собирались вместе в одном доме. Кроме того, у меня бывают моменты, когда не всегда получается что-то вспомнить, знаешь ли? Верно. Такое бывает. Да, христианам просто необходимо планировать и проводить время со своей драгоценной семьей. Можно сегодня немного позже? Я расскажу, как мы проводим время вместе. Наша семья проводит время вместе для того, чтобы... Дело в том, что это не случится само собой. Это нужно планировать. Воспоминания рождаются из минут, проведенных вместе. Ты в этом отношении самый целеустремленный человек. Человечек ты мой. Это так. Ты готовишься к отпуску, ты планируешь отпуск за год до его прихода. Ты это подтвердишь. При этом нужно притворять планы в жизнь. Ты привлекаешь все семьи. Если дети и внуки не с нами, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Я считаю, что это замечательное времяпровождение. А вот второе. После того, как мы сыграли свадьбу, мы много разъезжали. Одно из самых ярких воспоминаний, которым ты делишься, это воспоминание о времени сразу после свадьбы. Ты помнишь это время и что тогда было? Ты о Рождестве? Расскажи о нем или о другом. Дорогой, когда мы сыграли свадьбу, мы разъезжали со служениями вплоть до Рождества, мы ездили год. В таком режиме и темпе мы с тобой жили несколько лет подряд, пока у нас не появился наш первенец Джонатан. После свадьбы мы жили путешествуя где-то лет девять. Возможно, сейчас ты вспомнишь об этом пробуждении. Мы остановились в одном из городков почти на три месяца. Мы вернулись домой только лишь раз, чтобы подписать письма. Пробуждение шло 11 недель. Оно привлекло людей. Туда ездили. Нам было очень непросто. Я вспоминаю это время. Очень непросто. И мы поехали туда, где пробуждение шло пять недель. Вот так мы прослужили 16 недель, кажется. Да, представьте себе проповедовать каждый вечер 16 недель к ряду. Я устал очень сильно. Да. Ты помнишь брата Джоэля Талли? Мы привезли его молиться за людей. Я сидела, он молился за людей. Произошел смешной случай. Он был юным проповедником. Это было забавно. Джоэл Талли наклонился помолиться, и у него просто лопнули брюки. После нашей свадьбы мы поехали в горы, где жила наша семья. Я не видела столько снега никогда в Алабаме. Нападает немножко снежка, и все, сантиметра три и не больше, но там это было грандиозно. Расскажи о снеге. Я вспоминаю Рождество, когда уровень снега достигал половины высоты раздвижной двери внутреннего дворика. Я никогда не видела столько снега. Кроме того, в тех горных районах очень холодно. Так холодно, что машина заводится не сразу. В некоторые дни было почти минус 30 градусов по Цельсию. Переходим к твоим самым любимым воспоминаниям, а именно о нашей семье. Ты о днях, которые мы проводили вместе? Ты угадала. Дедушка умер, бабушка переехала жить сюда, и мы начали праздновать Рождество у нас дома. Да? Мне очень нравилось наблюдать за тем, когда дети вставали утром у нас в день Рождества. Пэм призналась в том, что у нее есть нерушимые рождественские традиции. Да, нерушимые. Традиции Пэм не изменить. Тебе нравится готовить. Что ты делаешь до Рождества? Но в канун Рождества я обычно... Иногда мы празднуем хануку. Наша семья празднует и хануку, и Рождество Христова. Мы празднуем Рождество в кругу семьи. Только стоуны. Мы, наши дети и внуки. Слава Богу, это так здорово. Маленькие внуки такие сладенькие, такие лапочки. Пэм. А сколько лет нашей внучке Йохане? Три года. Она не могла надеть платье на куклу. Я взял куклу и надел платье. Она ответила, «Спасибо». Внучка сказала, «Кукла поедет в церковь». Она положила куклу в коляску и сказала, Кукла любит церковь, а потом она просто покатила вперед свою коляску. Кукла едет в церковь, а потом обедает. Она любит церковь. Для тебя Рождество Христа это время, которое нужно проводить с семьей. Пэм, позволь мне рассказать зрителям пару вещей о ранних годах нашей с тобой дружбы. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мои воспоминания юности, но... Сейчас я расскажу о времени до нашей женитьбы. До того, как мы с тобой вступили в брак, я путешествовал по городам. Бог призвал меня к этому. В Алабаме я проповедовал четыре недели в церкви, куда ходила ты. Однажды вечером я сел в автомобиль и приехал в Сейлем. Слушай, я ехал девять или даже десять часов. Ты ехал в Сейлем? Да. И прибыл в Вирджиния-Бич? Да, по пути я заскочил в Селим, а потом прибыл туда. Я ехал без остановок. Я проповедовал целый месяц и проехал в общей сложности 14 часов. У тебя был попутчик. Я прибыл в Вирджиния Бич и начал очередное пробуждение. До этого я служил несколько недель. Короче говоря, это воспоминание о Стоуне, как и служителям, еще не вступившим в брак с этой прекрасной женщиной. Мне было одиноко. Были минуты, когда я падал духом, я служил в собраниях пробуждения длиной от пяти до одиннадцати недель. Одно из таких собраний было в Пуласке. Эти события стали воспоминаниями. Местные до сих пор служат Богу. Это мои духовные дети. У меня есть желание вернуться туда. У меня есть фото, и мне хочется вспомнить об этом. Воспоминания о нас, как о молодоженах, касаются наших совместных поездок. А это было такое благословение. Все это происходило в период, которые я назвал лично для себя «до их Рождества». До их рождения. Эпоха «до их рождения». Эпоха «до их рождения» звучит лучше. Кто-то спросил тебя, «Как вы жили до рождения детей?» Я отвечу, «Мы просто спали». Да. Молоденький проповедник Перри просыпался, изучал Святое Писание и молился весь день. Я проповедовал и вечером звал людей на покаяние. Потом мы ужинали неполезной едой и шли спать. Я пахал по 15 часов в день. Ты не дашь мне соврать, я поднимался в 3 часа утра, я бужу тебя, и ты возмущаешься. Таким образом, каждый год мы с тобой ездили в разные населенные пункты нашей необъятной Родины. Это было каждый год. А вот так мы и обрели с тобой верных друзей которые с нами по сию пору. Мы наведывались к семье в Пеласко. Да. Я прав? Да. Это напоминало нам с тобой воссоединение семьи. Мои воспоминания о первых двух годах нашего супружества связаны со встречами в церквях замечательными пасторами и прихожанами. Мы до сих пор дружим с пастором Тони Скоттом. Мне было тогда 18, а теперь 62 года, и все эти годы я проповедую у пастора Тони. Да. Некоторые из друзей умерли. Я вспоминаю, что однажды после свадьбы ты говорила о путешествиях зимой в горные районы к нашим дорогим родителям, к нашим бабушкам с дедушками и к нашим друзьям. Нам приходилось преодолевать снежные бураны. В Кливленде меня удивила одна вещь. Когда выпадает снег, местные не умеют нормально ездить. Даже не знаю почему. Они опустошают продовольственные магазины. Но больше всего меня удивляет в Кливлендсах то, что они макают хлеб в молоко. Вы где-нибудь такое видели? Да. Нас это веселило. Мы катались по полу от смеха, когда в Кливленде Местные разбивали свои машины. А дело в том, что когда на улице идет снег, водителю нужно ехать медленно и аккуратно, и давить на тормоз необходимое заранее. При этом не жмите резко на педаль тормоза. Я даю вам урок о том, как водить, когда выпал снег на улице. Это нужно делать аккуратно. Итак, справа и слева были сугробы высотой в 70 сантиметров а снегоочистители ехали впереди. Когда едешь в снегопад вечером, это сродни гипнозу. Снег падает на лобовое, и ты не видишь вдаль. А когда я была маленькой, мы жили в Чикаго примерно пару лет. Там был снегопад. Да, я запомнила случай. Он произошел, когда мне было пять. Я прекрасно помню, как ехали снегоочистители, и снежные горы были выше телефонных столбов. Это было просто нечто. Мы видели такое. Мы видели это в горах после уборки, но не очень часто... Да. Горы выше столбов. А теперь мы с вами немного поговорим о здоровье, но это не означает, что у меня недомогание. Ты видишь распечатки врачей, и я сознаю... Дорогая, я плохо следил за своим самочувствием, я не избавил темпы в таких сферах, как изучение Библии молитва, написание книг. Я перестал много ездить. Раньше это нравилось мне, а теперь мне больше нравится быть дома с тобой. Есть домашние блюда и общаться с внуками, живущими рядом с нами. Я вспоминаю недавние события. Наши лучшие воспоминания еще впереди. Я думаю о возрасте, о наших летах. Ты прав. Можно превратить старость в проклятие или в благословение. Все дело в том, как ты смотришь на нее. Я представляю, как я буду испытывать радость от нашего семейного общения, которым наслаждаюсь. Я буду выбирать, куда ехать служить. Также стоит упомянуть о пасторах и церквях, которые держат связь с нами. Есть места, где мы еще не проповедовали. Я радуюсь этому очень сильно. Каждый год мы бываем в Луисвилле и Хантингтоне, потому что мы любим Боба и Чака Лоренса. Мы любим этих мировых парней. Да. Каждый год мы видимся с ними, как с родней, и мы посетим многие новые города. У нас будут новые воспоминания. Я верю, что у нас появятся новые воспоминания. Мы говорим о наших будущих воспоминаниях. Есть вещи, которыми мы восхищаемся. Есть проекты, которые поручил нам Бог. Ну, скажи, разве я не Плюшкин? Ты Плюшкин? Я архивариус. Я храню все вплоть до первой своей проповеди. У меня есть все видео и аудио всех моих проповедей, включая все конспекты моих проповедей. У меня есть все фотки с моей физиономией, начиная со снимка, у Виргинского алтаря. В моем архиве есть все фото, включая снимок пастора моего первого пробуждения. Раньше я думал, зачем я храню это? Ты убеждала выкинуть часть архива, а я сказал, нет, он пригодится. Сейчас я владею зданиями, которые построены рядом с озером у нашего центра. Там так красиво. Архитектор проектирует центр нашего наследия историю служения четырех поколений. О, как это много! Моя сестра помогает мне. Да. Даяна, моя правая рука. И хорошо бы ей сюда приехать. Она прочла все мои проповеди и все документы папы и дедушки. Мы приедем в города, чтобы взять старые снимки. Родственники, если вы смотрите меня сейчас, то, пожалуйста, я вас очень прошу, пришлите свои старые фотокарточки. Он вернет. Минуту, я обещаю, что я сфотографирую их. Пришлите мне фото папы. Моргана, Честера, Эйдера, Лоу Эйдера и ее сына Честера. Пришлите ранние фото с папиных служений. Я знаю, что они есть у вас. Дамфорды, и вы, пожалуйста, помогите в поиске фотографий. Я приехал к ним и задал вопрос, где живет Руфус Дамфорд. Они ответили, здесь полно семей с такой фамилией. Поэтому, если вы Стоун или Дамфорд, то, возможно, вы мой родственник, если вы живете в Кентукки или в Теннесси, нам нужны снимки, мы построим центр наследия. Затем у нас будет библейский музей святой земли. Все находки античных эпох будут иметь индивидуальный номер. Они будут сфотографированы, и на каждую из них будет выписан документ. Власти Израиля дали добро на этот музей. Так вот, мы строим музей Святой Земли. Пэм, ты видел эти невероятные находки? Вчера я осматривал экспонаты, которые датируются эпохой Авраама, Исаака и Иакова. Они существовали в ту эпоху... Все это подтверждено израильскими археологами и властями. А вы знаете, у нас есть четыре лицензии от правительства Израиля. Экспонаты музея имеют регистрационный номер. Мы не хотим никаких споров с другими странами. Этого не будет. Однажды у вас будет возможность приехать к нам и посетить музей наследия Святой Земли имеющие отношение к музею Святой Земли, наш проект станет сюрпризом. Услужение уйдет год на строительство, и в этом году мы трудились делая целое море фотографий и остальное. Наш проект — это не какой-то затрапезный замшелый музейчик. Да. Наш музей сделан профессионалами. Его строят спецы, нам помогают кандидаты наук. У нас будут подсвеченные обстановочные сцены. Все будет отлично. Возможно, вы сможете нам помочь. Можно вложиться в музей, это поможет детям увидеть Библию, доказать ее истинность. Если хотите поддержать проект, то свяжитесь с нами. Это дорогостоящий проект. Однажды, и это случится, я умру, и я хочу оставить после себя что-то хорошее проект содержит плоды наших совместных трудов. Над ними трудились многие люди, не только я один. Воспоминания. Да, посмотрите на нее. Наше время истекает уже. Они приведут нас к Аврааму. Ого, вот так и откровение. Ну надо же. Воспоминания Авраама. Это воспоминания об Аврааме, Исааке, Иакове и Христе, запечатленные в экспонатах музея. Люди будут говорить, это могло происходить в доме Петра. А ты что, серьезно? Я лишь предполагаю, что это так было. Мы только воображаем это. Это воспоминания, П.М. Спасибо за участие. Ты любовь всей моей жизни. Ты для меня единственная. Ты моя героиня. Рона Дэвис назвала тебя львицей. Рона провозгласила тебя львицей. Пожалуйста, запомни это. И она права. Да ну! Но... Ты словно, ну да ладно, откровенно говоря. Мне нравится, когда я хвалю ее перед другими, а в апреле уже будет 40 лет, как мы с тобою в браке. Представляешь, 40 лет. Ого! Мы устроим вечер. Хотя пока не знаю, где она будет. Мы отпразднуем эту памятную дату. Зайдите на мой сайт, чтобы узнать о служении и изучите наши материалы. Ну а сейчас мы поцелуемся. У тебя очень красивые волосы сегодня. Через минуту, пожалуйста, смотрите новости нашего служения. Всех вам благ. Здравствуйте, это Пэри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен Международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки из пророчества Авакума». Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ, РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Биллс поделится словом Иеремия пророк для наших дней. Закончу посланием, должны ли вы готовиться к переходу Пэллы. Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы, вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PS-CD за 65 долларов. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS-DVD за 95 долларов. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос Евангелизации», чтобы фестиваль Манным и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует, лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Я спешу поздравить всех вас с Рождеством, с Ханукой и с Новым Годом. Надеюсь, вам понравились наши задушевные рассказы. Мы делаем такой выпуск раз в году. В тот раз мы снимали дома. Сегодня у Пэм была особенно красивая прическа за что спасибо нашему стилисту. Она программистка, но она сделала потрясающую прическу. Ладно, хватит о внешности Пэм, иначе она сделает мне выговор. Она просто-напросто прекрасна. Часть зрителей в курсе, что у Памелы было серьезное повреждение плеча. Она уже выздоравливает. Она выполняет офисные обязанности день за днем, за что я очень благодарен Памеле. В это время года мы празднуем Рождество Иисуса. Надо знать, почему Он пришел. И Иисус пришел, чтобы спасти и дать вечную жизнь тем, кто поверит в Него. Вы когда-нибудь просили Иисуса Христа войти в ваше сердце, как Господина и Спасителя? спасти вас от ваших грехов и записать ваше имя в книге жизни Агнца. Обратитесь к нему и сделайте это. Попросите его прийти к вам, очистить вас от грехов, простить вас, принять в свою семью и сделать вас чадом Божьим. Друзья, вечность никогда не закончится. Жизнь длится 70 или 80 лет. Люди одни живут мало, другие очень долго, но, однако же все умрут и перейдут в бесконечность. После смерти и оставления телом, дух человека переходит в одно из двух мест. Одно из них это ад, где нет Господа. Другой мир это Райский мир. Мы зовем его небом. Там живут Отец. Сын и Ангелы. Если вы никогда не принимали Христа сердцем, то помолитесь Ему, попросите Его простить вам грехи и войти в вашу жизнь. А потом начните изучать Священную Библию. Найдите церковь, где верят в Библию как в истинное слово Творца. Христиане есть на всех материках. Спасибо вам за поддержку, благодаря которой этот год стал самым успешным служением. Мы достигли Евангелием большое количество людей. Мы принесли больше духовных плодов, чем ранее. Все это благодаря вашей поддержке. Мы желаем вам веселых, благословенных праздников. Пусть Бог благословит каждого из вас. До встречи!